Тогда как наши альпинисты вернулись из Кавказа с выполненной целью в Якутск для восхождения на гору Победа, наивысшую точку республики и северо-востока Сибири, приехал Симоне Моро, легенда альпинизма, звезда мирового спорта. С подробностями Галина Кутугутова. Симоне Моро называют альпинистом холода за его неоднократные зимние восхождения. И как настоящему альпинисту холода ему нужно было приехать на родину этого холода. На высоте 3003 метра, а именно на такую вершину поднимается команда Симона Моро, температура воздуха достигает минус 60 градусов и ниже. Никто прежде не отваживался на техническое восхождение в таких экстремально низких температурных условиях. То есть после нескольких тысяч кубов, которые он восхождение зимой, то есть в максимально холодных условиях, он стал думать, а какая же гора самая холодная в этом мире, куда бы он мог добраться. Потому что в мире альпинизма он известен как альпинист холода. Ему не столько важна сама вершина, сколько вот это знакомство с людьми, которые населяют это место. Симоне Моро покорил 8 восьмитысячников, среди которых Эверест, Броуд Пик, Макалу и другие. Он один из немногих альпинистов, которые совершают именно зимние восхождения. Также Моро известен тем, что восходит на высочайшие горы мира без кислородной маски. Сложно представить, как тяжело альпинистам на огромной высоте. Это вызов не вершине, а в первую очередь самому себе. Симоне Моро – один из немногих, кого называют благородным восходителем. Спасение в горах – одно из тех качеств, которые выделяют Моро. Для меня такие люди, как Симоне, всегда являются, наверное, каким-то, я их называю, для себя, конечно, называю какими-то посланниками из будущего. Потому что Симоне делает очень много, конечно, да, в альпинизме, но у него очень поступков общечеловеческих, такие, которые достаточно сложно оценить, наверное, и очень редко сейчас происходит в простом мире. Очень тяжело, то есть очень тяжело управляться самому со своим телом, организмом, а помогать другому человеку, даже элементарно поддерживать его, это очень сложно, это очень тяжело. Гора Победа – это высочайшая точка на хребте Черского. Она привлекает альпинистов со всего мира. Легендарный итальянский альпинист, член Международного союза горных гидов, доктор спортивных наук Симоне Моро приехал не один, а со своей командой. Это альпинистка Тамара Лангер и фотографы-публицисты Филиппо Валотти Алибарди и Матео Занга. С логистикой иностранной команде помогает Федерация альпинизма и скалолазания Якутии, в частности, якутский альпинист Олег Сайфулин. На данный момент я в команде. Моя задача, в основном, то есть это будет знание района, в котором я уже был, знание наших гор, и, соответственно, скоординировать их уже больше на местности. Это восхождение войдет в историю альпинизма. Уже сейчас внимание многих мировых СМИ приковано к якутскому пику. Галина Кутугутова, Григорий Охлопков, НВК «Саха-Якутск».